Ревизионного. И есть какие-то там особые у тебя пожелания, над чем еще нужно работать? Сейчас сначала нам покажи, а потом мы расскажешь. Прямолинейность
да, чтобы он был прямой, от холочки шейка шла ровненько. Хорошо. И сохраняй контакт. Он должен вместе с тобой, да? Подойдешь чуть ручку вперед, он должен пойти вместе с тобой. Не тяни на себя, хорошо. Хорошо. Дай ему возможность чуть растянуть рамочку, но не теряй контакт. Сохраняй. Сохраняй контакт с телом.